Надо принять ванну, выпить чашечку кофе. Вот. Да я есть тут что-нибудь в сковородке, кто не дожрал с утра. Две вилки, а ели втроем. И так и не доели три яйца. Я сегодня стою, короче, там на улице на углу. Идет женщина лет 60. Я так оборачиваюсь, что слышу, кто-то топает. Хрустит снег-то. Лед-то долбанный. Она. Это Костырева дурочка стоит. Знаете, так смешно стало, но я сдержалась. Но я даже отвечать ничего не стала. Я просто посмотрела человеку вслед. Пожелала удачи. А просто переливаюсь людей. Ты ничего плохого не делаешь. Они тебя ненавидят. И прям срут, брызгают. Ненависть в мою сторону. Извините, я кого-то тут обляпала немного. Реально. Цена весна, без трения, ничего страшного, я не виновата. Вкусный ко мне. Сейчас поедем к бабушке. Заберем мелкого. Он меня достил до боли. Сейчас. А мой прибегает такой на улице. Я ему рассказываю. Я говорю, тебя пока стоял, но ждала. Бабуля грушла. Она говорит, какая с синим пальто зеленое, но. Я говорю, ты ее видел. Я говорю, она тебе не сказала, Магомед дурачок. Ничего страшного. Кто обзывается, сам на себя не называется. Вот так вот. Би-би-би.